сюжету поклонения волхов художник обращался часто на протяжении жизни, привнося в него то оттенок театральности, то жанризуя его, как в полотне 1624 года. Поклонение волхов 1609 свидетельствует об изменении живописной манеры Рубенса на рубеже 1610-1620 годов и поиске скульптурной пластики форм. В раннем варианте сюжета поклонения волхов сказалось увлечение итальянской живописью. Горящие факелы словно рождают естественную динамику распределения света и тени, придавая загадочность многофигурной сцене. Скульптурная четкость фигур воссоздана с пластической энергией. Яркие краски колоритных драгоценных одеяний, экспрессивные жесты и позы придают характерность фигурам Марии и Иосифа, волхов и особенно их многочисленной свиты. Художник создает хоровод персонажей, лица которых выражают широкий спектр эмоций. Волнение, смущение, испуг и любопытство. Экспрессия и динамика – характерная черта живописи барокко. Способ приблизить события к зрителю, оживить его. Иосиф покровительственно смотрит на младенца. Каспар, встав на колени, подносит дары, а Бальтазар и Мельхиор поодаль ждут своей очереди преподнести дары Сыну Божию. Все они в сопровождении детей. На полотне художник изобразил символ восточного происхождения для того, чтобы напомнить, откуда пришли волхвы. Оригинальное мастерство Рубенса, его построение композиции, прорисовка светотеней, использование оригинальной системы цветов делают возможность почувствовать жизненность этого произведения. Тела героев полотна очень тщательно прописаны. Картина полна фигур, образов, аксессуаров. Это создает атмосферу значимости события, связанного с рождением христианства.